Предоставление жилой площади по коммерческому найму, жалоба к некоторым медицинским работникам. С этими и другими вопросами граждане лично обратились к мэру. Помимо частных просьб, на прием пришел представитель водомоторников. Василий Подгородецкий попросил у Юрия Гришана разрешение на обустройство слипа для спуска катеров в районе Нагаева. У нас нет места нормального, чтобы спускать наши плавсредства. Вот как бы оно есть у нас, как бы оно не узаконено. Это в районе, там за мамом там есть спуск, но он как бы не обустроен. Там камни торчат, там как бы суда при подходе ломают винты, корпуса судов как бы страдают и царапаются, и бьются. Вот мы хотим обустроить, чтобы был нормальный спуск, обустроить все. Вот. И как бы он за нами, этот участок, был закреплен. Юрий Гришан поддержал инициативу водомоторников и попросил подготовить развернутую схему благоустройства, чтобы в дальнейшем провести совещание с участием представителей всех заинтересованных сторон. Напомним, что любой гражданин может записаться на прием к мэру, написав заявление по указанному адресу или позвонив на прямую линию.